Всем привет! 5 часов вечера. Сегодня плохо себя, ребят, чувствовала. У меня дела женские. И очень мне нехорошо было. Ну, сейчас немножечко пришла в норму. Это мой перекус. Вика принесла продукты, в магазин сходила. Я буду готовить сегодня картошечку, пюре, супчик и селедку. И чай наконец-то купила. Я хочу это. Чаю. У нас нет чая, закончился. Дочь купила. А Вика варит свою еду. Это суп у нее. Это обед у тебя сейчас, да? Только ты что-то сдвинулась по времени. Я нормальное время не ходила. А, да? Ты уже так по сдвинутому. Вот, а я хочу вот этот лимон, который у нас остался с Пасхи на цедру. Мы терли. Вика терла. Я сейчас его порежу и пересыплю сахаром, чтобы он не испортился. Вот, и потом буду это. Ребят, писали в комментариях рассказать все рецепты детокса. Если правда очень многим интересно, напишите, я тогда в отдельном видео вам как бы прочитаю рецепты детокса ее недельного, там на одну неделю. Вот, и, ну, чтобы я понимала, может, кому-то это не интересно, а я буду, в общем-то, зачитывать. Я уже двигаюсь. Поставила картошку, сейчас сюда морковку нарежу на супчик. И немножко пюре, уже дочистила всю картошку из мешка, которую покупали. Так, помыла крылышки, сейчас буду мариновать. Как я мариновать буду? Попробую так, как Вика делает. Вот, да. Курица есть, приправа даже. Так. Значит, карри не буду добавлять, здесь есть в этой приправе. Так, что у нас идет? Горчица. Ой, горчица. Соевый соус. Дальше горчица. Сейчас открою. Сейчас, ребята, очень сложно. О. Додавила всю, что была. Так, ложка меда. Где-то так. Дальше приправку курицы. Вообще я люблю карри добавлять. Вот так вот. И немножко совсем соли. Совсем немножко, потому что и соевый соус соленый, и приправа, скорее всего, с солью. Поэтому так чуть-чуть. Все. И все тщательно сейчас перемешаю, покажу. Вот так вот. Еще можно сухой чесночок добавить, но я этот раз не добавляю. Хотя у Вика чуть по-другому. У нее прям курица в этом соусе, в маринаде плавает. А я решила так. Готовки у нас. Готовки тут готовятся. Готовки, супы. Тут Виктория что-то шаманит. Оно у нее там нарезки. У меня супчик вот почти готов. Зелень. Картошечка тоже почти готова. Влада трапезничает. Одна. Один, совсем один. А где Назар уже ушел? А, Назар гулять идет. А что ты топтенишь там? Курицу? А я крылышки. Терияти? Ты модная. Моднява какая, смотри. Ой, а у меня там тоже они уже румяненькие. Хоть бы не прогавить, как ты в прошлый раз. А что такой огонь, дочь, большой? Мне надо, чтобы сначала закипело. А, ты во второй воде? Я поняла. Все у меня расходятся. Остаюсь я одна. Еще и серенького до сих пор нет. Назар уходит. Девочки уходят гулять в кино. Кого? А, бери, конечно. Только же это ж Поляна Квасова, ничего? Там похоже нет. Боже, это ходячая таблетка. Это у тебя такие на день, типа, органайзер такой таблеточный. Ну, да. Вика с тормозком, Влада с таблетками. Молодежь.
Молодежь. А ты что, будешь прямо в кинотеатре кушать, да? Да. Назар уходит. Вы не вместе случайно там собрались? Девчульки. Понятно, понятно. Так у меня еще и сюда не все влазят. А, еще да? Один вот там упал. Ого. Таблеточная душа. Вот молодежь какая больная пошла. Чего? Смысле больная? Да. Я не тебе. А ты что, часы снимаешь? Нет. А что ты только их одел? Я их не одевала. Выровняйся, конек-горбунок. Кто там, папа пришел? Никого. Это к тебе, Назаршка? Нет. Ах, что ты открывал двери? Знаю, там какие-то люди. Давай иди уже. Там какие-то нервы стоят. Тимур пришел, да? А, я понял. Все, ты это, пожалуйста, давай только не до 10 вечера, сынок. Хорошо, до 10 вечера. Да. Хорошо, до 9:59. Назар. Зажаточный. Не выделывайся. Ты будешь в кинотеатре ужинать, да, дочь? Да, я тоже. Угу. Ты тоже идешь в кинотеатр? Да. Ой, шутит он. Нет. В Украине? Да. Ну, а то вместе с девчонками. А вы в Днепропетровске? Ясно. Так, а я пошла селедку разбирать. Все, вы идите гуляйте. А я буду папу ждать. Ужин готов у меня. Суп готов. Вот такой зелененький. Пюрешечка. Крылышки, а ну, не сгорели хоть? Ой, нет, бомба. Ой-ой-ой, запотели у меня. Короче, вот. Получилось то, что надо. Такие зажарененькие, как мои любят. Папончика мой пришел. Привет. Кормлю его. Думала еще сегодня вещи какие-то переносить. Сережка пришел без полдесятого, так что пожалею его. Не будем ничего нести тогда к маме, да? А ты что, собрала? Ну, трохи, да. Обувь еще собрала. Ну, я думала, что и Вика соберет, но Вика не собрала, поэтому, в принципе... Я понял, ты уже загрести как-то все в кучу. Да. Все в кучу. Понятно. Так что, если что, может завтра, если ты не поздно придешь. Не уверен. Ну, в принципе, все зависит... От расходников. Если дадут расходники, то я буду так же само поздно. Угу. Если не дадут, то буду раньше. Ну ладно, все, кушай. Спасибо. Лучик разошелся в клетке. Тут все качалось только что. Иди, иди, иди. Ну лети. И на свободу. Да, мой Галёся, иди. Ой, такой сладкий. Да. Давай, Тём. Тём. Где моя Тёмка? Кто Тёмка? Кто Тёмка? Свежнючий. Лети, полетай. На тебя у него такая реакция. Прям разошелся по всей клетке. Да, Лучик? Скажи, что это Сережка кушает-то без меня? Да, сейчас я проверю, что он там кушает. Еще один член семьи вернулся. Угу. Ой! Лети, Лучик, помучай Назара, а то загулялся гуляка. Не замерз? Там так холодно на улице. Осталось Вику дождаться. И сегодня с Владой будут ночевать. Вы пошли в кино, придут поздно.
этот с Владой. Не, у нас этот. Там суп готов, пюре. Мама, поешь первое, второе. Почему ты эти каждый день в шкафчике ходят? Не каждый день. Ну почти. Во-первых, у них все тихо. Во-вторых, Влада помогает очень много по хозяйству. Да. Мы тоже можем. Ну можете, но вы не делаете. Вы кричите, шумите. До утра не спите. Спи. Нет, да, особенно последний раз. Утром школа, а не утром, ну ладно. Да, я вас разбудила. Во сколько? Нет. Молодой человек. А на следующий день? Угу. Не надо мне сейчас, пожалуйста, на следующий рассказать. Я просто засну. Угу. Садись, кушай. Сейчас. Этот, и уроки. Что там с уроками? И все? А устные? Ты же мне, сказал, что все сделал. Практически. Все письменные. Ну, а устные это тоже уроки, Назар. Хорошо. В принципе, литературу вы прочитаете. Прочитать? А что вы сейчас читаете? Надо посмотреть. Угу. У нас там тема практически каждый урок меняется. Да. Ясненько. Посмотрите, как он нагло меня уговаривает. Нет. Да, мама. Нет. Да. Заставляю его суп поесть жидкий. Пожалуйста. Нет. Суп, потом пюре. Суп, потом пюре. Суп, потом пюре. Нет. Ты хитрюга. Назарушка. Лучик. Лучик такой активный. Если много пюрехи насыпь, то пюрехи. Нет, там нету много пюрехи. У меня есть. Нету. Есть. Угу. Я, кстати, всю картошку уже доварила. Думаю, что я засыпаю. Назар, не зли меня. Все. Что он там делает? Пробку от вина грызет. Хулиганит прямо. Только что летал тут как сумасшедший. Туда-сюда. Лучик. Тебе крылышки надо было расправить. Оно началось. Колбасня. Караулю. Я всех жду и караулю. Вы меня все бросили тут. Вернулись, дивули. Ну что, что смотрели-то? Класс. Там просто название «Японский город». Угу. Интересный фильм, что такое? Да, хороший. Да? Хохотуньки, ты свой Минамата. Ужин съел? Как? Минамата. Минамата? Нет. Минамата. Да вешалку чуть-чуть освободить, потому что не влазим мы уже туда. А ты что стоишь? По воду, небось? И по воду, и мне пострижено. Буду тебе список писать. Смотри, уже какой. Папа! Оу. Девочки пришли. Привет, девочки! Здравствуйте. Теперь я спокойна. Сейчас еще посмотрим, что Вика купит на завтра себе на детокс. Расскажу вам. И все. И спать. Девчонки вернулись. А это сок кому? Я не буду говорить, что я все готова простить. Это тоже Губин, по-моему. Душа моя не темна. А это ты тоже Ночь. Себе взяла? Нет, это Влада. А, это Влада. Вика каждый день ходит себе, подкупает продукты. А уже филейки тоже нету? Ну, там есть, но мне надо еще. Угу. Угу. Киви. Обгрызай курицу хорошо, чудо, в наушниках.
Я слышу. Это все, это твои на завтра продукты? Ну, есть же еще. Понятно. Все, ребята, я с вами прощаюсь. Всем пока. Начало 12-го. Спать. Ложусь спать.